Чтобы попасть на Рейли Бич, нужно купить билет. Билет для взрослого туда-обратно 200 бат. Вот, West Rally Beach. Туда-обратно 200. После 6 будет 150 стоить в одну сторону. Two person. You? No, and back? Yes. Thank you. Вот билетики. А, одни, наверное, красные, наверное, на въезд, а другие на выезд. Теперь надо садиться ждать. Вон на той лодке. Мы прождали, мы буквально 5 минут, наверное, не больше. 3. Окей, ралли и вперед. Пойдем на лодочку. Погода сегодня шикарная. Да. Отлив такой большой. Вот там широкий такой пляж. О, интересно. А как другие? Так что надо быстро надеваться. Оп. Опа. Ох. Так непросто. Все, давай сюда сядем. В общем, перед тем, как заходить в лодку, надо раздеться. Ноги, ботинки снять. А, сказал дальше. Ну все, ладно. Я не завтра. Получается, пляж, где мы были, да? Нет, мы проплыли. А, проплыли, да?
А, ну это рейли есть, что ли? Сколько, минут 10 прошло, что ли? Но я не засекала. Что-то очень быстро мы прибыли. Вот вам и рейли, совсем рядом. Такой зазеленевший весь. Мы высадили на другом пляже. И дальше продолжаем на рейле. Это не рейле. Это совершенно другой пляж. Непонятно, какой пляж. Вот этот рейли, что ли, рядом. Вот мы оттуда уехали, и сейчас мы вот на этот поезжаем. Сейчас здесь и переплыть, наверное, можно будет. Ну, в общем, за 15 минут мы прибыли на пляж Рейли. Сейчас будем выгружаться. Вот такой мотор так выглядит. Двигатель с такой длинной штукой. Сунули между лодок. Теперь выходим. Пойдем, полы, давай руку. Давайте, я полы. Вот он и пляж Рейли, на который мы давно мечтали попасть. Вот на этой лодке мы и проплыли. Смотрите, здесь много крабиков бегает. Ну, сколько здесь много. Ну, сколько лунок они наделали. Такая вот луночки. В общем, здесь крабов, как муравьев в России, в лесу. Даже больше. Весь пляж в крабах. Он взъерошенный такой. Это все сделали крабы. Вот эти вот шарики. Песок, шарики такие. Интересно. Вот. Вот она вывеска. Рейли Бич кафе. Совсем напротив пляжа находится. Как бы не сгореть. Вот кафешку пройдете, вот здесь такая штука будет стоять. Рейли Бич Краби. А прикиньте, тут еще он. Курица тусуется. А вон там петух ходит. И они, кстати, не привязанные. Небольшая что-то пальмовая роща или что это. Ага. В общем, если вы поедете в Саунанга, получается, вы приедете сюда. И вот так вот по кафе, и дальше вот можно изучать, что где что. О, есть такая штука.